Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Давайте сегодня поиграем в игру, которая называется «Тачки, пушки и зомби». Да, давненько я в нее не играл, много чего здесь изменилось. Надеюсь, в лучшую сторону. Так, и теперь мы с вами должны немножко разобраться, что здесь к чему и почему. Так, немножко изменилось у нас тут. Так, смотрите-ка, что это такое у нас. Это распускаемо все, это тоже нам не нужно. Это уже устарело все на почте. Так, история у нас. Так, тут еще что-то. PvP-арена, гильдии, инвентарь и профиль. Ну, профиль нам не нужен, а вот инвентарь надо глянуть. Как вы помните, да, я ездил на своих, ну, на тот момент шикарных тачках. Сейчас, конечно, хотелось бы что-то себе новенькое прикупить, апгрейдить. Эволюция 12 нужна, а у меня, в принципе, есть, но не хватает, чтобы усилить это оружие по максимуму. Только в том случае я смогу себе что-то апгрейдить. Так, ну, пошло, как говорится, донат, ну его нафиг. Обходим стороной, всегда, ребят, будем обходить. Вот, нет, это не моя тачка. Эту тачку надо купить за одну голдишку специальную причем. Но у меня их нету. Так, что-то у нас там моргает интернет-связь почему-то опять. Надеюсь, это не скажется никак у нас, ребят, на игре. Не хотелось бы где-нибудь посреди гонки зависнуть. Так что, ребята, давайте. Ага, вот моя Бетси. Вот она, красота. Так, я опять же не смогу ничего с ней сделать, по ходу дела. Да, ребят, не хватает у меня много чего. Также даже двух серебряных монет нету. Я уже молчу про серебряные ключи. Их ноль. Только лишь есть медные или бронзовые. Ну, их, конечно, можно переплавить, ребят. Переплавить в специальной кузне. То есть, один ключ серебряный — это 10 медных ключей. Я надеюсь, я вам тут голову-то не замудрил. Это я просто еще сейчас сам вспоминаю, что здесь можно сделать. Естественно, мы сейчас с вами прокатимся, посмотрим все это дело. Так, история. Мы с вами остановились вот здесь. 18-я миссия. Апгрейдить тачку мне нужно. Ну что ж, давайте посмотрим, хватит ли у нас. Нет, к сожалению, нет у нас опять серебряного ключа. Как это не прискорбно. Ёлки-палки. Ничего абсолютно не могу сделать. Ни бензин, ни броню. Могу только лишь... Даже здесь ничего не могу, ёлки-палки. Придется мне, наверное, на ней кататься. Хотя мне лучше, кажется, выбирать, конечно, Бетси. По оружию. Так, ребят, тоже ничего не могу. Да что ж такое, а? Не везет, так не везет. Ух, ну что. Нам нужно проехать 3 километра, выполнить определенные комбо и взорвать бочки. Для этого нам нужны, естественно, патроны. Ну что ж, давайте посмотрим, получится у меня или нет. Хватит ли у меня энергии на все это дело. Так, дают нам отмашку. Вот они, зомби несчастные. Поехали, ребята. Ёлки-палки. Надо приноровиться, ребята, к игре. Давно не играл, давно не ездил. Разучился, так скажем. Не забываем, ребят, что зомбарь... Ох, щет. Как же я так отвлекся-то. Так, тихо, да что ж. Здравствуйте, приехали. Неужели у меня тачка настолько слаба, что просто броня крошится от пару ударов? Да. Первый заезд у нас получился как-то с вами комом. Я так думаю, что надо переигрывать это дело. 3 километра всего лишь проехать надо. Да, и сделать 7 комбинаций. В принципе, не так уж это все и сложно. Смотрите, у нас уже туман здесь какой-то появился. Ага, монетки обязательно собираем. Также не забывайте, что у нас броня тратится даже за счет того, что мы давим с вами. Да ядрена ты вож. Даже вот этих... Оу! В тумане не увидел я эту бочку, да. Если мы врезаемся в бочки, естественно, мы тратим очень много брони. И, соответственно, машина у нас взрывается. Это тоже очень печально. Поэтому нам апгрейд-то и нужен. Ага, бронзовый ключ получили. Я не успокоюсь, ребят, у нас с вами последняя попытка. Вот, зомби, конечно, это хорошо, что мы их давим. Но в то же время броня у нас от этого тратится. Как-то немножко несправедливо, я считаю, сделано это все.
Так, тихо, проеду здесь. Вау, шикарно, все, нормуль. Ё-моё, ну все-таки задел тачку, а. Блин, нет такого ощущения, что у меня как-то туго управление здесь идет все. Видимо, машинка не приспособлена. О, ребят, вот это вот хорошая штука. Вы знаете, что это супер ускорение плюс, блин, бессмертие. Только единственное, что, как видите, я не проследил, когда оно закончилось. И врезался на всем ходу в машину, блин, в бордюр. Да, все, по-моему, ребятушки. Так, о, бронзовую шестеренку какую-то получил. Что, у меня, по-моему, не хватает больше, да, энергии. Далеко, конечно, мы уехали. Ну, будем считать так, что это была просто у нас разминка. Так, а я могу, интересно... Нет, наверное, не смогу. Здесь нам тоже пока делать нечего. Так, гильдия, история. Во, специальные какие-то у нас тут. А, все, вспомнил, ребята. Здесь нам пока не надо. Да как же так-то, а? У меня всего 3 ключа осталось из 15. Быстро мы, конечно, все это потратили дело. Вот она, моя Бетси. Так. Ага, а здесь мы пропустим. Я эту миссию очень долго не мог сделать. Да, ребята, и мы получаем опять же полный комплект себе энергии. И у нас 6-я миссия. Как раз для моей маленькой Бетси. Ну что, у нас тут, смотрите-ка, 90 тысяч очков нужно. 15 прыжков сделать. Оу. Наклепали здесь мне заданий, конечно, очень много. Но эта тачка будет в разы лучше. Она как-то и пошустрее, и поманевреннее. Так что давайте. 15 прыжков, да, нам нужно сделать. Так, мы с вами уже 2 раза прыгнули, это хорошо. Вау, вот оно, супер ускорение. Ребята, в этой миссии... Кстати, а в этой миссии, да, вот они бегут. Воу-воу-воу, тихо-тихо, фу, чуть не врезались. Воу, перепрыгнул, ё-моё, ну, тут, как говорится, меня просто зажали. Так, это тачка и по бронявей будет. Надо было, конечно, мне с правой стороны ехать, там монетки лежали. Ну да ладно. Так, в принципе, копейки. Воу, дайте мне вот эту штуку подобрать. Есть. Ю-ху, миссию выполнили какую-то, сделали. Может быть, которую на 90 тысяч очков нужно собрать. Некогда пока отвлекаться. Оу, щит. Было очень опасно. И, да, к сожалению, у нас закончилось горючее. Блин, как не вовремя. Тут можно, ребята, за рекламу продолжить. И также можно за золото. То есть, если я где-то остановился, я могу продолжить с этого места. Но пока не вижу в этом смысла. Так, значит, еще 10 прыжков мне нужно сделать. Хорошо, будем пробовать. Не знаю, получится, не получится, но хотелось бы. Слушайте, ну мне кажется, что игра графически как-то стала выглядеть получше. Может быть, конечно, мне это все дело кажется. Давненько я в нее не играл. Но, по крайней мере, когда я сегодня ее хотел запустить, там где-то, наверное, с гигабайт прошло у нас обновление. Так что я думаю, что много что сюда включили. Может быть, даже и графическое исполнение тоже они улучшили. Так, амбалы, амбалы. Ау, щет. Блин, но тем не менее все равно брони у нас достаточно. Так что есть смысл нашу Бетси укрепить. Как же так можно было нелепо врезаться в этот огромный красный автобус. По-дурацки получилось. Ладно, хорошо. Будем с вами переигрывать это дело. Тут нам достается кэш 150 монет. Блин, ни на йоту не продвинулся, ребята. Даже прыжков не сделал, а? Как же так? По-моему, там еще было по заданию расстрелять бочки с горючим, которые вот здесь стоят, горят. Но, извините меня, у меня такая турелька, которая, дай бог-то, зомбаря убьет. Не то, что уже там про бочки можно что-то говорить. Так, давай-давай. Опа, снесли. Во-во-во, амбалы бегут. Причем с такими горячими бочками. Воу, реворд подобрали. Воу, вот это шикарно. Воу, не будем рисковать, ну его нафиг. Не будем лишний раз врезаться в машины. Так, хорошо, все пока отлично. Ребята, по прыжкам нормуль идем. Еще 8 прыжков. Нет. Воу, ё-моё, вот это я горцую. Догорцевался. Опять же кончилось горючее. Блин,
Нет, я, наверное, все-таки буду смотреть видосик, чтобы нам дали возможность опять стартовать. Так, осталось 8 прыжков и... А, и 6 призов подобрать. То есть не имеет значения, что это будут. Ящики, ускорение, ярость. То есть нужно 6 предметов поднять. Не знаю, рассчитывается ли это на монетки. Так, хорошо, будем сейчас, значит, искать трамплины и все, что можно здесь подобрать. Вижу тут монетки у нас. Ага, хорошо, все. Опять в тумане, половину ничего не вижу, что там происходит. Вот так вот этому амбалу. Пока у нас неуязвимость, нам пофиг. Ёлки-палки. Ну как там можно было выкрутиться, я не знаю, из этой ситуации. Там, извините меня, машина стоит, бордюр. И впереди на меня бежит этот громила. Что я должен был сделать? Конечно же, врезаться в громилу. Расстрелять бы не получилось у меня, я бы не успел. Блин, энергия все тратится и тратится. Всего лишь, ребята, 2 попытки у нас осталось на нашу гонку. Ладно, попытаемся. Попытаемся что-нибудь сделать. Я не вижу никаких коробок, ребят, к сожалению. То они часто попадаются, то вообще ни одной. Где коробки, ау? Одни зомби только. И трамплинов не дают. Так, безумие. Вот, вижу, вижу, трамплин и коробку. Так, с правой стороны тоже там, по-моему, да... А, там горючее, ребят, ладно, фиг с ним. Там горючка была. Мне нужны трамплины. Вот, поэтому я выбираю, конечно же, их. Ой-ой-ой, амбал. Отлично, он мне прочистил место для проезда. Опа. Так, еще один трамплин. Доехать бы, доехать бы. Да ну нафиг, ну как так? Ну, горючее, ну... Ну как ты вовремя заканчиваешься, а? Так, давайте бесплатно. Да, именно с этой точки я продолжаю, где мы с вами остановились. Правда, нам очень мало дали, но зато трамплин я взял один. Так, хорошо. Сколько нам еще? Нам 2 трамплина нужно сделать. Вау, вот. Так, еще 4 предмета найти. Но, как видите, опять же, горючка закончилась. Не знаю, дадут ли нам еще попытку. Не, нафиг, не будем. Я просто не вижу в этом смысла, ребята. Лучше мы начнем с нуля. Там и трамплины у нас будут. Так, все, осталось 2 прыжка сделать и 4 предмета подобрать. На все про все у нас еще попытка, ребят. Вот это и последний раз мы там сможем заезд сделать. На монетки, к сожалению, это не распространяется. Нам нужно именно собрать ящики. Так, хорошо. Но деньги тоже лишними не будут. Причем их здесь не так уж и много. Где трамплины, я вас спрашиваю? Мне нужны трамплины, ё-моё. Так, амбалы, пофиг мне на вас. Я неуязвим пока. Вижу впереди горючее. Воу-воу-воу, тихонько, тихонько. Рейчик, не спеши, родной. Так, давай, перепрыгиваем здесь. Во. Блин, задели все-таки, а? Задели, блин, днищем машину. Но, по крайней мере, остался лишь всего один прыжок. Черт подери, вот он горючка, не кончайся. Есть. Зачем я так сделал? Зачем я поехал по этим бордюрам? Все, теперь остается лишь подобрать нам с вами... Сколько там? 4 предмета. 4 ящика. Ну, как видите, они очень редко нам попадаются. Даже 3. 3 ящика подобрать. Фух, ну будем надеяться, ребята. Последняя попытка все-таки. И ночь. Фиг ты что тут увидишь в этой темноте. Так-так-так-так. Вау, обожаю, когда мы в неуязвимости, да плюс такая скорость. Вообще шик и блеск. Так, давай, 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 давай. Блин, узкие какие-то улочки, фиг развернешься здесь. Да где же, где призыв? Так, побежали амбалы. Я вижу приз, ребята, первая коробочка, вот она. Отлично, остается только лишь 2. А где же их найти-то? Блин, не забываем, что это у нас последняя попытка, ребята, на заезде. Чтобы мы смогли с вами пройти миссию. Нет, конечно, можно будет потом, но это нужно ждать, когда у нас восстановится энергия. Так, здоровяки бегут. Опа, как я их надурил. Да блин, горючка. Да, все время упирается у нас в горючее. Ну-ка, может быть, попробуем? Хоть еще немножко проехать, как говорится. Вижу трамплин, но, к сожалению, там нету никакого ящика. Так, даже 2 трамплина.
Ах ты, ё-моё. Не слишком большая скорость была, чтобы я смог перепрыгнуть. И опять амбал бежит. Опа, я его обманул. О-о-о, чёрт, да что ж ты. Ух, ребят, я просто супергонщик. Все, опять закончилось горючее. Да, ненамного нам, конечно, хватило. Я рассчитывал, конечно, побольше. Так, ребят, это, наверное, у нас будет последнее, куда я потратил свою голду. Она здесь зарабатывается очень-очень сложно. Вижу. Оп, еще один ящик я урвал. Отлично. То есть мне нужен, блин, еще один ящик. Вон там вроде бы впереди. А, это ярость, к сожалению, это не то. Блин, а ящика и не видать. И горючка заканчивается, ребята. Эхо, была не была, как говорится. Нету ничего, абсолютно. По нолям, ребят. Да, только лишь одни трамплины. Когда мне нужны были трамплины, их не давали. Когда я их выполнил, нате, пожалуйста, берите. Нет уж, спасибо. Так, ящик. Ага, ключи нам дали. И на улучшение нашей турели. Да, не слишком, конечно, шикарно, ребята. Есть! Я все-таки прошел. Я не ожидал, ребята, что мы с вами подобрали ящики-то. Ха, седьмая миссия. Вау, что-то новенькое открывается. Это что такое? Компас какой-то. А это новая турель. Так. Не знаю, что ты тут мне бубнишь. Ого, специальные модыс. Lost City. Хм, потерянный город. Так, апгрейдить могу, нет? А, так, у меня хватает. Давайте-ка сделаем мы это дело. Отлично. Улучшили. Так, давайте еще, наверное, вольем. Ну и тогда уж последнюю сюда. И наверху еще, ребят, у нас есть на одно улучшение. Потом можно сделать уже эволюцию, да, вот. Но мне почему-то кажется, ребята, что толку от этого будет мало. Наша турелька получает второй уровень. И тут уже, извините, им нужно потривливать. А у меня их 29 уже осталось. Тут 4. Блин, как у меня прям, я не знаю. Прям душа болит, елки-палки, когда я трачу вот на эту турель, которая, в принципе, мне не нужна, столько ресурсов. Да, тачку бы, конечно, тоже нужно эволюционировать, но не получится в данный момент, ребята. Тут у нас что? Что-то новенькое появилось? Да, смотрите. Оу, неплохой таран. О, вот это вообще классный. А что у нас сзади? Во, давайте вот этот возьмем с вами. Чтобы, как говорится, зомбари к нам не приклеивались. Они когда цепляются за машину, она у нас теряет в скорости. Так, убить 40 зомбарей. В принципе, это легче легкого. Ну-ка, давайте попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, легче легкого. Я одного-то еле подбил. А нужно 40. Тьфу ты, еще и перезарядка вечная. Слушайте, что за фигня? Я не могу понять. Так, подождите, машина преграждает мне путь. Ёлки-палки, я ее расстрелять не могу. Да что за фигня-то? Ну, зашибись, такого раньше не было. Ребят, я врезался в тачку и, соответственно, мы с вами проиграли. Я теперь только удивляюсь, какая у меня все-таки слабая турель. Хотя я ее улучшал. Ну, видимо, не для моего уровня. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с вами выпадет. Ага, ну неплохо, в принципе, неплохо. А здесь... Так, на шотган и на турель мне дали боеприпасы. Они пригодятся, хотя их можно и купить. Что еще мы здесь с вами можем высмотреть? Так, про тачку мою. Ну давайте еще раз ее глянем. Кстати, можно будет, конечно, и на ПВП съездить. Ага, она все улучшается. Полчаса будет улучшаться. Ё-моё. Такая турбина. Слушайте, ну конечно можно было бы поставить ее за 8 голды. Но пока мы без этого, наверное, обойдемся. Так, ёлки-палки. Это что-то новенькое у нас здесь открывается. Да, меня сюда не пустят, потому что нет у меня специальной машины именно для этих трасс. 6 золотых монет она стоит. Тачка это первоначальная, ё-моё. Ладно, давайте отсюда сруливать. У нас с вами только лишь первая и вторая часть доступны.
Так, что у нас тут? Ага, Бетси, моя родная Бетси. Так, смотрите. Взорвать 3 бочки. Потом получить безумие. Что-то как-то странно. Не знаю, ребят, с английским не ахти. Как говорится, не очень дружу. Перевожу не точно, не четко. Как говорится, привык наугад. Слушайте, ну раз бочки подсвечены, значит я должен их взрывать. Да, ребята, именно тихо ты. Именно их я должен взрывать. 3 штуки мне нужно бомбануть. Йоу, круто, козырно получилось. Также что я еще тут должен сделать? Фиг его знает. Оу, умудрился все-таки этот автобус объехать. Но зато в других местах покорябался. Так, трамплин. Отлично. И еще один трамплин впереди. Блин, что-то я, по-моему, скорость очень сильно теряю. Воу, сейчас наберем. Горючка моя. Слушайте, а бочки нужно именно расстреливать. То, что я их вот так сбиваю. Оу, да как тут-то? А, вот, ребята. Все равно задел чутка. И опять у нас кончается горючее. Блин, я в основном проигрываю из-за того, что у меня заканчивается горючка. Я ничего с этим абсолютно сделать не могу. Нет, конечно, я могу улучшить себе машину. Так, опять бронзовый ключ нам достался. Ну что же, уже хорошо. Так я же вроде бы одну бочку взорвал. Хм, странно. А мне ее почему-то не засчитали. Так вот, потратим, как говорится, маленько денег с вами. Попыток у нас не так уж и много, нифига он там по машине проехал. Оу! Жесть какая-то была. Я не думал, что амбалы сразу же тут побегут. Так, монетки. Отлично, подобрали. А что же мне тогда нужно сделать-то с этими бочками, если не засчитывается то, что я их взрываю? Странно. Пофиг, абсолютно. Ха! Может быть, их как-то нужно специальным образом уничтожать? Да что ж с моей скоростью-то? Где разгон? Я не пойму. Что мы едем, как что? Во! Вот это другой разговор. Ха-ха-ха! Так, ящик вижу. Ящик вижу, не доехал. Так, вот, вот нафига я, спрашивается, сюда подвернул? Ой, тупанул. Да, по-другому не назовешь. Ладно, давайте переиграем. Сколько у нас там попыток-то еще остается? По-моему, 2... Да нет, не 2, ребята. 3 попытки. У нас 9 ключей. За каждый заезд мы тратим 3 ключа. То есть, да, 3 попытки. Так, давайте попробуем. Первое задание я до сих пор так и не сделал. Ни одного абсолютно. Как было по нолям, так по нолям и осталось. А нужно 3. Хорошо. Ага, нужно еще, оказывается, на безумии нам очень... Я надеюсь, это не нужно вот этих вот амбалов взрывать, подбивать, потому что это нереально. Мне проще в них врезаться, чем их с пушки уничтожать. Нате. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, не надо так буянить. Мы же все-таки не бессмертные здесь. У нас есть энергия, у нас есть броня, и опять мы с вами встрянем по этой горючке. Будь он, дай бочку, ой, бочку, ящик хотел подобрать. Не доехал, как всегда, ну что за фигня. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Обдурим систему, блин, ага. Если, конечно, я сам себя не надурил. Так, броня, 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 отлично, взяли броньку. Ё-моё, вот это я камикадзе. Все сношу. Ну что, ребята, драйв скоро мы сделаем. Нужно 150, у нас 70. Тихо, тихо, ты! Что-то у вас тут слишком уж много было. Воу, трамплин! Да нафиг он нужен был, трамплин этот! Опять из-за горючки встали. Ересь какая-то, я прям не могу. Меня прям аж подбешивает, ребят, это дело. Что мы с вами проигрываем только лишь из-за того, что кончается у нас горючее, бензин этот. Так, что у нас тут получается? 10, 73. 3 как было на месте, так и осталось. Фигня полнейшая. Не могу врубиться, что нужно сделать все-таки, а? И вот это сейчас была подстава, ребят, да? Когда я только начал свой заезд, на меня сразу выбежали эти амбалы. С какого вдруг перепуга-то? Я же начинаю с начала самого, а не где-то в середине заезда. Вас там и не должно быть в помине.
Вот, отлично, давайте. Оу, супер турбо ускорение. Йоу! Ха-ха! Пофиг на все. Я все равно бессмертен. Когда я в неуязвимости, мне по барабану. Там и скорость отличная, и могу врезаться и таранить все, что захочу. Это мое право. Вот так вот. Воу-воу-воу, тихо-тихо, смотрите, что-то у нас. Трамплин. Ящик взял, успел я все-таки вырвать этот ящик. Воу-воу-воу, тихонько-тихонечко. Горючка дай сюда. Блин, да чтоб тебя, вот это меня подловили. Ребят, они поставили как раз бочку за горючкой. Ну и, как видите, я схватил горючее и врезался в эту бочку. Так, получаем какое-то новое достижение 3-го левела. 150 кэша. Так, ну, в принципе, вот этих два нижних задания мы уже сделали. Осталось у нас только самое верхнее. Да что за подстава-то такая? Почему эти здоровяки сразу с начала заезда начинают бежать? Такого раньше не было. Они всегда появлялись где-то, ну, посреди трассы. Ну, никак не в начале. Ё-моё! Оу, ребята, смотрите, я сразу же выполнил... Две бочки взорвал. Значит, все-таки их нужно расстреливать. Как-то странно. Я вроде бы раньше по ним буянил, и мне не засчитывали. А тут сразу аж две засчитали. И 150 нам нужно проехать, а я проехал только 121. Или проехал, или подбил. Я не знаю, что это такое. Так, что там у нас? Смотрите, у нас броня здесь. Ё-моё, а почему броня меня не спасла, а? Кто мне скажет? Я-то думал, сейчас врежемся, блин, хрен там. Мы сами врезались, сами же погибли. Ладно, как-то так вот. Все, ребят, больше у нас нету, к сожалению, с вами... Да, нету энергии, чтобы мы могли сделать. Эх, печалька. Ах, это нужно за один, ребята, за один заезд три бочки взорвать. Ну что ж, на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вы захотите увидеть дальше мое продолжение в этом безумном гоночном мире, где мы ездим среди куч зомбарей. Так что, давайте закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока и с праздничками вас.